Звание «Почетный работник культуры НАУ» удостоены балетмейстер ДК поселка Красная Татьяна Артеева и ведущий библиотекарь отдела по работе с детьми Центральной библиотеки имени Пичкова Мария Лемешева. Ежегодно почетное звание присваивается не более чем двум лицам за значительные личные заслуги в различных областях трудовой деятельности, а также за выдающиеся достижения и высокое мастерство. Чествование работников культуры прошло в концертном зале Дворца культуры «Арктика». Татьяна Артеева работает в Красновском доме культуры вот уже 29 лет. Танцами увлекается с детства. Свое мастерство передает подрастающему поколению. Под ее чутким руководством в поселке успешно развивается детский образцовый хореографический коллектив «Северок». За сохранение многонационального, культурного и исторического наследия Татьяна Артеева удостоена профессионального звания «Почетный работник культуры Ненецкого округа». За высокий уровень исполнительского мастерства хореографическому коллективу «Северок» в 2009 году было присвоено звание «Образцовый самодеятельный коллектив». Профессионального звания «Почетный работник культуры НАУ» удостоена и Мария Лемешева. 35 лет она трудится в окружной библиотеке имени Пичкова, воспитывая у детей любовь и интерес к чтению. Свой бесценный опыт и глубокие знания профессии передает молодым коллегам. А тех, кто внес свой весомый вклад в развитие и сохранение культуры на территории региона, сегодня говорили с особым трепетом. Я всегда говорила и говорю, что вы доктора человеческих душ. Действительно, вот прямо приходишь на хорошее, красивое мероприятие, праздник, и выходишь из зала, зала Арктики, или на улице мероприятия, или на селе, и действительно душа поет. Вот эта ваша миссия на Земле, я думаю, очень важная. И просто я хочу вам пожелать человеческое спасибо за ваш труд, за то, что вы несете в мир вот такой праздник. Еще 5 представителей сферы культуры по традиции накануне своего профессионального праздника получили премии по итогам работы в 2017 году. Среди них редактор журнала «Пунушка» Любовь Царькова, библиотекарь Марина Беляева, сотрудник музея-заповедника «Пустозерск» Евгения Колесникова, ансамбль «Лошкарей Ладушки» из села Тельвиска и клуб «Мелния». Ирина Нежалова, Антон Водряков, телеканал «Север».